Татарстана для проведения здесь соревнований по всяким видам борьбы. Очень здесь приспособлен все для проведения нашего первенства. И сейчас мы наблюдаем встречу между спортсменом Туником Кириллом и Тумаевым Алиумаром из Дагестана. На татами арбитр Тибуев из Южного федерального округа. Схватка только началась. Ну что хотелось бы отметить, если мы и Туник, и Тумаев в предыдущей встрече выиграли японам и как бы показали технику хорошую. И сейчас они очень даже решительно оба себя ведут, и это приятно. Посмотрим, чем это закончится. Ну, я думаю, что закончится японом. Я думаю, Дима, ты настроен на япон больше, чем они. Ну, а разве плохо, да? Вот посмотрите, 3 дня прошли, какие финалы были. Какая борьба была динамичная, эмоциональная. А девчонки что творили? Очень-очень понравилось это первенство страны. Очень много ребят показывают хорошую технику. Ну, скажем, может быть, здесь и правила тоже по-своему влияют. Хотя, может быть, где-то мы не согласны с какими-то веяниями. Да-да. Вот. Но тем не менее... где-то позитив есть. Да, позитив есть, потому что борьба стала совершенно другой. Очень много бросков, бросков верхней техники, подхватов, бросков через спину. Вот. Харай Гошей, подхват под две ноги, исполнение Тумаева. Великолепным броском бросает он Туника. Вы обратили внимание, что творит Дима, мой друг? Он предсказывает и выполняет свои обещания. Ну, я думаю, отчасти здесь больше виноваты спортсмены в этом таком ракурсе. Ну, положительной динамики бросков. Ну, это очень отрадно. Отрадно. Тумаев выигрывает эту встречу и выходит в следующий круг наших соревнований. А сейчас на татами...